коллеги! Мы сегодня находимся на нашем празднике АПК «Кубань Хлеб», который проходит на территории ПЛ «Лоцманов» семенного завода. Мы проводим этот день поля совместно с Национальным центром зерна имени Лукьяненко и Щелкова. Мы представляем наш семенной завод, наши демонстрационные посевы, систему орошения, новые сорта, новинки, гибриды. Так что, коллеги, пожалуйста, приезжайте, обращайтесь за самыми лучшими семенами в Краснодарском крае и в России. Я думаю, что благодаря вот этим мероприятиям, которые мы сегодня провели, благодаря Дням поля, нам также удалось довести до наших покупателей, до наших клиентов, что те сорта, которые уже на протяжении многих лет занимают лидирующие позиции все в обороте этих хозяйств и предприятий, но это не панацея. Нужно выбирать что-то новое, пробовать, экспериментировать. И мы в этом плане готовы оказать содействие, потому что, вы знаете, мы работаем очень тесно с наукой. Вот, все вопросы, которые возникают в процессе выращивания той или иной культуры, того или иного сорта, мы обеспечиваем агротехнологическим сопровождением в полном объеме. Самое основное – это, наверное, наш семенной завод. Он действительно самый технологичный, самый современный. Качество нашей продукции не вызывает сомнений, это не громкие слова, это отзывы наших клиентов, которые вы сегодня слышали на Дне поля. Более того, когда мы поняли, что нам одного завода не хватает, мы тоже месяцев за 9 построили второй завод. Вон, вы видите, желтое здание, второй завод. И этот второй завод завязан непосредственно путем транспорта. Если здесь нам машинами надо завозить, там путем транспорта завязан он. Непосредственно завод завязан с элеватором с этим. И поэтому здесь сейчас создалась очень гибкая схема, значит, перемещения продукции. Любой каприз для наших покупателей мы готовы предоставить. Я всегда люблю говорить, какой каприз? Любой, пожалуйста. Что хотите, то и сделать. Посушить – подсушим. Подработать – подработаем. Не подрабатывать, просто через линию пропустить – пропустим. У нас она настолько гибкая, эта линия, там только 13 зетнорий стоит здесь. В производстве в компании «Кубань Хлеб» выращивается 28 сортов озимой пшеницы, озимой мягкой пшеницы и твердой пшеницы 5 сортов, яровой твердой пшеницы. В продаже представлено в этом году 19 сортов озимой пшеницы и 2 сорта яровой твердой пшеницы. Зачем это нужно? Мы делаем сортовую мозаику для того, чтобы максимально обеспечить сельхозтоваропроизводителей и свое хозяйство семенами под любой предшественник, любую зону, любой агрофон, любые условия, систему защиты, питания, в общем, на любой вкус и цвет. Наши семена, если брать в Краснодарском крае, это самые лучшие семена, потому что северо-восточная зона Краснодарского края менее подвержена развитию заболеваний на озимой пшенице. Поэтому наши семена очень сильно пользуются спросом по территории Российской Федерации, Краснодарский край. Российская Федерация – это в основном Ростовская область, Воронежская область, Самара. Также мы продаем семена в ближние зарубежья. Это Азербайджан, Армения, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан. Это те страны, с кем мы работаем. И сегодня на нашем празднике приехали гости из этих стран и довольны нашими семенами. У нас давние отношения с компанией «Кубань Хлеб», достаточно теплые, взаимовыгодные. Работаем с компанией «Кубань Хлеб» с тех самых времен, когда компания начала заниматься семеноводством. Знаем об этой компании не понаслышке. Почему, на сегодняшний день на рынке много компаний, которые занимаются семеноводством, но мы работаем с «Кубань Хлеб» по той причине, что знаем, что действительно предприятие уделяет много внимания уровню защиты своих семян. И продавая эти семена, предлагая их других сельхозпроизводителям, мы на 100% уверены, что мы действительно продаем качественный продукт, который не заражен какими-либо патогенами, не поврежден вредителями и имеет тот потенциал, благодаря которому наши клиенты, сельхозпредприятия как Краснодарского края, Юга России, Ставрополя, Ростова, могут получать действительно высокие результаты. И вот в прошлом году буквально
обсуждали. Вот на семенах Кубань Хлеб наши клиенты позанимали в районах лидирующие места, первые места среди сельхозпроизводителей, как крестьянско-фермерских хозяйств, так и сельхозпредприятий края. Потому что действительно семена имеют хороший потенциал. Продаем семена не только озимой и яровой пшеницы, также продаем кукурузу, семена кукурузы. Работаем также с центром зерна Лукьяненко. У нас площадь участков гибридизации кукурузы НЦЗ имени Лукьяненко 400 гектар. Это представлены гибриды Краснодарский 291, Краснодарский 230. И также мы оказываем услуги по выращиванию родительских линий для института на площади 15 гектар. Вся кукуруза выращивается только на орошение. Также у нас в этом году представлено в продаже подсолнечник кондитерского направления сорт СПК+. Работаем совместно с ВНИИМКом. Помимо подсолнечника есть у нас горох французской селекции, сорт Балдор, и лен. Лен совместное выращивание с институтом, работа с институтом. Это в ним 620-й, ручеек фотонейтральный и снегурок. Обращаю внимание на сорт льна снегурок. Это озимый лен, который был посеян в октябре месяце. Получили мы всходы с осени. И на данный момент уже прошло цветение льна. И раньше он будет, уборка льна, как минимум на 2-3 недели, чем яровой лен. И продуктивность, по крайней мере, виды этого льна выше, чем ярового посева. Для каждого хозяйства, с учетом почвенно-климатических условий, условий хозяйства, обеспеченности хозяйства техникой, все семена, которые мы предлагаем, уже готовы к посеву. По заявке клиента мы готовы произвести протравку семян полным комплексом препаратов. Это инсектициды, фунгициды и питание. И зафасовать семена либо в биг-беге мешки по тонне, либо в хромовые мешки. Кукурузу, подсолнечник мы фасуем в бумажные крафтовые мешки по посевным единицам, зафасованные в палеты. И также у нас есть свой автотранспорт с разрешением на экспорт. Своих 11 фур, которые могут доставлять семена нашим дорогим клиентам. Развитие нашего хозяйства, развитие отрасли семеноводства в компании «Кубань Хлеб». По структуре посевных площадей вы должны понимать, что в нашей компании строго соблюдается севооборот, и 50% занимает озимая пшеница. Урожайная сортов озимой пшеницы, всего у нас в производстве выращивается 28 сортов, в реализации представлено 19 сортов в этом году, и по продуктивности в 2022 году лучшие сорта — это Алексеевич, Мане, Гомер, Бумба, Флэш, и средняя урожайность в прошлом году мы получили 75,5 центнера с гектара. Урожайность озимой пшеницы по предшественникам 11% гороха, и по гороху мы получаем максимальный урожай. Свод урожайности в динамике по нашей компании, начиная с 2007 года, сделал выборку. И здесь хотел бы отметить, что очень важна роль сорта, роль предшественника, соблюдение севооборота. И в 2007 году была урожайность 46 центнеров, там 53-41. И сейчас мы достигли уровня урожайности 60-75 центнеров с гектара. Были, конечно, и провальные годы. Это 2020 год, это ранневесенние заморозки. 2012 год – это зимние морозы, когда у нас вымерз ячмень и пшеница. Но за счет сорта, новых сортов, развития семеноводства, сорта смены, сорта обновления мы получаем достойный урожай. Сортовой состав озимой пшеницы в 2023 году. Можно посмотреть, какой ассортимент сортов, какая палитра сортов в нашем хозяйстве. Это питомники размножения, товарные посевы, демонстрационные посевы. Но нет такого, что у нас там Таня 50% или Алексеевича. Есть, как термин называется, сортовая мозаика. Информация по реализации, с чего мы начинали продажу семян. В 2019 году мы продали 3895 тонн, было всего-навсего 6 сортов. В 2020 году реализовано уже 10 тысяч тонн, ассортимент сортов больше. В 2021 году почти 14 тысяч тонн. Также основные сорта — это Таня, стиль 18, Тимирязевка, Алексеевич.
Ну и в прошлом году мы идем на увеличение объема в реализации, практически 20 тысяч тонн. Основные сорта: Алексеевич, Тимирязевка 150, Таня, Юка, Граф, Гром. Каждого сорта видите, сколько мы реализовали. И реализация была не только на территории Российской Федерации, но и также за пределы нашей страны, это ближнее зарубежье. Это Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Армения. Наши гости приехали из ближнего зарубежья. Мы потом предоставим вам слово обязательно. План производства элитных семян озимой пшеницы в этом году. Площадь у нас посевов элитных, оригинальных на элиту, это 8054 гектара. И план производства семян 31500 тонн. Каждого сорта видите сколько, план производства, площадь и план выхода семян. Конечно, это же основные сорта: Тимирязевка 150, Алексеич, Таня, ну и новые сорта. Мы все время изучаем, испытываем, работаем вместе с институтом на получение максимального урожая. Также наша компания занимается семеноводством твердой пшеницы, яровой твердой пшеницы. Всего площадь посева 904 гектара. Это ясенка, ядрица, ярина и так далее. Площадь питомников размножения. Это наши питомники, это святая святых. Работа совместно с институтом. Вот такая палитра сортов. Новые сорта, такие как Победа 75, Лео, твердая пшеница. Есть что посмотреть, выбрать. Наша компания соблюдает основные правила выращивания семян. Это выбор предшественника, подготовка почвы, нормы высева, система защиты, обязательное проведение сортовых и видовых прополок, своевременная бережная уборка и качественная очистка семян на нашем заводе. Завод вы посмотрите, у нас два завода, мы запустили в прошлом году второй завод. Наша компания занимается семеноводством кукурузы. Совместно с отделом селекции кукурузы с Анатолием Ивановичем мы работаем. И в этом году мы выращиваем для получения гибрида первого поколения. Это гибрид Краснодарский 291, Краснодарский 230. С обязательным соблюдением технологии, проведением сортополок и дальнейшее доведение семян до посевных кондиций с протравкой на нашем семенном заводе. Также мы работаем с институтом, с отделом селекции кукурузы по выращиванию родительских линий для института. Производство семян масличного льна. Это в ним 620-й ручеек, фотонейтральный, снегурок. Работаем с отделом, с институтом в НИИМКОМ на площади 304 гектара. Производство семян гороха 676 гектар, горох французской селекции сорт Балдор. Также будет представлен продажи в этом году. Семеноводство кондитерского подсолнечника. Сорт СПК плюс, также мы работаем с НИИМКОМ. Площадь 100 гектар. Подсолнечник будет у нас в этом году представлен продажи. Вот так мы готовим партии семян в биг-бэгах. В таких мешках будет представлены семена кукурузы и подсолнечника. Все согласно ГОСТа. С полной системой протравки. Запалетировано. По вопросу приобретения семян обращайтесь по телефонам. Записывайте. Есть что посмотреть. Очень много сортов. Большие объемы продукции. Всем здоровья, всех с праздником, мирного неба над головой. Спасибо за внимание. Буду очень кратко говорить. Сорт классика. Основные его достоинства – это высокое качество зерна, высокая зимоморозостойкость и устойчивость к фузариозу колоса. Этот сорт рекомендуется для посева по кукурузе на зерно. Сорт специфического использования, специфического направления. У него как эта устойчивость генетически детерминирована, так и имеются ряд механизмов защиты, один из которых, я думаю, что кто этот сорт сеял, уже знает. У него очень длинный, рыхлый колос, хорошо проветриваемый, при созревании поникает, вода не накапливается, колос сухой, грибы рода фузариум там не скапливаются и не развиваются.
Сорт «Степь» также специального назначения. Это сорт для колосового предшественника. Он районирован по шестому региону и занимает вот в шестом регионе порядка 200 тысяч гектаров. Мы говорим, что это сорт «Степь» – подарок семеноводам. Он обладает униформностью, неимоверной выровненностью. Так что кто занимается семеноводством, ему практически на участках размножения сорта «Степь» делать нечего. Только лишь убрать какие-то наглые выскочки, если вдруг они там появятся, или убрать растения другого вида. Ценная пшеница по качеству. Пожалуйста, помните, знайте, что сорт «Степь» для колосового предшественника. У нас сейчас идет тенденция увеличения посевов под озимой пшеницей. Скоро она у нас уже вообще станет монокультурой. Так вот, чтобы не страдали посевы повторные от корневых, прикорневых гнилистовых пятнистостей, пожалуйста, вам сорт «Степь». Сорт «Граф». Я не знаю, есть ли в зале человек, который не сеял сорт «Граф». Действительно, этот сорт полностью оправдывает свое название. Неимоверной красоты, с широким листом, с крупным колосом, с толстой соломиной. Сорт конкурент, занимает все пространство вокруг себя. Даже можно использовать его как и биофунгицид. Он будет подавлять сорняки, если вдруг вы не вовремя обработали гербицидами. Сорт мы также рекомендуем для колосового предшественника из-за его очень высокого иммунного статуса. Он защищен от бурой ржавчины геном возрастной устойчивости LR37, а это придает ему и устойчивость к желтой ржавчине и к септориозу. Очень высокий уровень морозостойкости. Пожалуйста, в Кубань-хлебе графа любят, по колосовому предшественнику его сеют, и он сам за себя уже сказал, что это эффективность использования сорта вот в таких агроэкологических условиях очень высокая. О Тимирязевке 150, я тоже думаю, что мало что можно сказать, вы все хорошо знаете этот сорт. Он 500 000 гектаров у нас по стране занимает, а районирован всего в 2019 году. Но каждый год регионы допуска добавляются. И вот сейчас Тимирязевка уже районирована по второму, по третьему, по пятому, шестому и восьмому регионам. Сильная пшеница для среднего и низкого агрофона, также как для Алексеевича. Четкое правило вы должны усвоить, я думаю, вы уже это и знаете, что для того, чтобы получать высокий урожай Тимирязевки 150, ее нельзя сеять рано, нельзя сеять густо, нельзя сеять глубоко. Сорт с высоким иммунитетом, несмотря на уже на 500 000 гектаров, да, с высоким иммунитетом, и также мы рекомендуем для колосового предшественника. Да, можно сеять тимирязевку по колосовому предшественнику, то есть пшеница по пшенице. Сильно кустящийся сорт, тоже низкие нормы высева. Сорт «Сабирбаш» обладает высочайшим адаптивным потенциалом, по трем регионам районирован, и мы говорим, что это сорт настоящий верблюд, который тянет за собой все, выносит все невзгоды агротехнологические, так скажем. Там, где у вас есть какие-то проблемы с почвой, возможно, будут проблемы с технологией, пожалуйста, вам на выручку сорт «Сабирбаш», ценная пшеница по качеству, тоже очень выровненная, очень удобно в семеноводстве. Ну и «Агрофак 100». Ребята, кто закончил «Агрофак» в КубГАУ или в КСХИ, тот просто обязан сеять, иметь у себя в хозяйстве, сеять «Агрофак 100» и получать высокие урожаи. Кто этого не сделал, тот в сельхозе не учился. Сорт, ну, нет, не надо. Я его очень люблю, он мне очень нравится по фенотипу. Это полукарлик, он даже ниже, чем гром. Тоже с крупным многоцветковым колосом, с широким листом.
Потенциал зерновой продуктивности 110 центнеров зерна с гектара. Сильная пшеница по качеству. Ну вот, что сказать. Конечно, мы хотим, чтобы вы его использовали и возделывали только при интенсивной технологии. Он среднепоздний, поэтому хватает здорово фузариоз колоса. Он поражается септориозом, потому что очень маленький. И листья максимально приближены к источнику инфекции. Ну и вот сейчас желтая ржавчина у нас проблема в крае. Да, тоже он способен поражаться желтой ржавчиной. Поэтому только интенсивная защита, но она платит вам все средства, которые вы потратите на химзащиту, вот урожаем зерна. Школа. Новый сорт школа. Он внесен в реестр в 22-м году. Причем впервые вообще в истории селекции государственного сорта испытания сорт сразу районирован, допущен к возделыванию по 4 регионам нашей страны. По 5-му центрально-черноземному, северо-кавказскому, нижневолжскому и средневолжскому региону, по 7-му региону. Это выдающиеся достижения. Можно смело говорить, что это шедевр селекционной мысли, научной мысли, сорт среднеранний. И отличается очень интенсивной аттракцией, то есть быстрым очень транспортом, трансфером питательных веществ и соломы в зерно, формирует очень крупное зерно, высоконатурное стекловидное. В прошлом году, кто его размножал с низкими нормами по 80-50 килограммов на гектар, у нас не было данных, сообщений, что да, я вот получил там 75 центнеров. Все только за 80. То есть можете сразу оценить потенциал этого сорта, урожайность его. И плюс эта урожайность сочетается с очень высоким качеством зерна. Вы знаете, что край наш зимосеющий, и к какому бы хозяйству мы ни приставали, то помогите нам размножить, потому что спрос на яровую твердую сейчас растет. Все отказываются. И только АПК «Кубаньхлеб» нам всегда идут навстречу. И они сами заразились уже яровой твердой пшеницей, всегда помогают нам в размножении. И сами имеют семена яровой твердой пшеницы и размножают и продают ее за пределы Краснодарского края в том числе. Вот смотрите, какие у нас сорта яровой твердой пшеницы. Это ясенка, хотя бы чтобы вы знали, с очень высоким качеством зерна. Это сорт ярина, это сорт ядрица. Сорт таврида. Это новое направление селекции. Пока что этот сорт еще пока изучается в производстве. Чем он интересен? Здесь создана новая архитектоника посевов. Это посевы, которые могут выдерживать большое уплотнение, более 1000 колосьев на единице площади. Это сорт вроде бы как мелкий, но зерно у него крупное. В ворохе мы его имеем около 45 граммов без подработки. Это качество высочайшее, сильное, устойчивое к фузариозу колоса. Но в основном мы его рекомендуем для зон, где засушливые условия. Его листочек скручивается при высокой жаре, и он способен выдерживать большую жару и засушливые условия. Но урожайность у него средняя. Конечно, он обычно ниже, чем такие сорта, как Гром Таня. Но наша задача расширить генетическое разнообразие, поставить его в то место, где он даст наибольшие результаты, превзойдет эти сорта, и такие зоны, поля у нас есть. Но он требует еще дальнейшего изучения. Видите, какой плотный колосостой. Ну и вот пшеница «Мягкая зима», стиль 18. То, что фузариоз колоса вчера мы на своих полях, не на инфекционном фоне увидели, большое распространение на селекционном материале.
Конечно, мы радуемся, когда мы можем новые линии, которые могут стать сортами, определить их свойства и вовремя убрать из сорта испытания. Но вот этот год будет, наверное, годом стиля 18, потому что спрос на фузариозоустойчивые сорта, он будет. Этот сорт тоже недавно районирован по трем регионам Российской Федерации. Это сильная пшеница с хорошим наливом, устойчивостью к комплексу болезней и показывает очень высокий урожай. Короткостепельный сорт на высокий, можно и на средний агрофон. Сорт Ахмат во многом, по многим характеристикам сходен с сортом Таней. По двум регионам районирован. Это ценная пшеница. Этот сорт, его достоинство, что он не осыпается, но также это и проблема, что он плохо вымолачивается. Но показывает достаточно высокие урожаи в ряде хозяйств, в ряде районов, таких как Щербиновский, Ейский и Приморско-Ахтарский. Алексеевич, сорт занял первое место у нас по производству и продаже семян в Российской Федерации. Это сорт, который превосходит сорт Гром по комплексу болезней, сильная пшеница и очень высокий уровень урожайности. Но для того, чтобы получить низкий уровень урожайности этого сорта, надо его посеять рано, в начале оптимальных сроков, глубоко, высокой нормой высева и перекормить. Это он не требует. Выполнение технологии. Чаще всего мы получаем высокий урожай, высокое качество и один из лучших по натуре зерна. Безостное 100 – сорт, который, можно сказать, многоборец. У него все признаки выше среднего и районирован в трех регионах. Это сорт, который хорошо вести в семеноводстве, потому что он практически не расщепляется. Поле как ровное, как стол. Он может выдерживать перестой на корню. Долго его не ухудшает его свойства росы, дожди. Ну и сорт Бумба. Это сорт с высокой зимостойкостью, с отличным наливом зерна. К сожалению, он поражается фузариозом полоса, но его достоинство – сильная пшеница, высокое качество зерна, высокий потенциал. И при соблюдении технологий мы получаем высокий урожай. Десятитысячный элеватор для семенного вороха специально заточен под семенной ворох. Первый завод наш основной, который справа, он работает через завальную яму. Оборудование в этом заводе полностью компании Петкус, которая связана с семенами. То есть все то, что, через что проходят семена, это компания Петкус. Машины, вы их потом увидите. За десятитысячником стоит вторая линия, она уже более интегрировано. Там не все машины Петкус, но основные машины там Петкус стоят. В итоге суммарно мы сегодня обоими заводами в сутки подрабатываем вороха пшеницы 580 тонн. Суммарно. Ну, любого сорта. Это по вороху. Мы считаем по вороху, не по выходу. Хотя некоторые считают, что надо считать по семенам. Значит, пройдемте дальше. Завальная яма. Сюда поступает продукт. На тот завод бочка. Силос, через который элеватор накачивает на 300 тонн на сутки. Здесь через машину технологическую. Продукт поступает на завальную яму, ленточные транспортеры, тихоходная Нория поднимает и передает все в завод, за стенку. Значит, здесь все, что внизу у нас, это компания Петкус.
там ленточный транспортер, частотники скорости, мы можем регулировать подачу зерна за счет частоты вращения транспортера. И также через Норию на первую машину, о которой я там расскажу уже в заводе. Ну вот, коллеги, наша линия этого завода, значит, первая машина, машина барабанный очиститель, это для крупных примесей. Дальше машина воздушно-решетная, первичная подготовка. Основная воздушно-решетная машина мультиочиститель, спаренный триерный блок. Калибровочная машина, это для подсолнечника кукурузы. За ней, за бункерами калибровочными, стоит гравитационный пневмостол для массы тысяч семян выделения. И в загородке, там потом увидим, стоит наш фотосепаратор OS-901TI, ну, который на сегодня, наверное, самый из высокотехнологичных, позволяющих там, он даже оптоселектор называется. В общем, значит, линия, как вы видите, в ряд выстроена. О чем говорил Николай Константинович, мы можем, начиная от вороха, то есть от завальной ямы, принимать пшеницу абсолютно, ну, семенной материал, скажу правильный, абсолютно неподготовленный. Либо, если вы захотите какой-то отдельный вид операции сделать у нас на заводе, мы это можем сделать. То есть вы привезли нам предварительно очищенный, мы можем откалибровать, мы можем на гравитационном столе массу тысячи выбрать, либо на фотосепараторе сделать выборку фотосепарации, то есть отделить нужные примеси по вашему желанию. Либо, как я сказал, это полностью все подготовить, и дальше мы пройдем, я покажу, зафасовать, упаковать, протравить и отгрузить вам. Мы можем сделать первичку, выгрузить на улицу и вам отпустить. То есть вообще не заниматься семеновозом. Просто подготовить, просто подработать, очистить. Мощность? Эта машина 100 тонн в час. Но она частично управляется электроникой. Мы можем вмешаться в процесс подачи воздуха. Она передает данные на компьютер, как на местный, так и на пульт управления. И мы можем здесь регулировать поток и воздух. Здесь мы начинаем работать уже с семенами, то есть предварительно их, так сказать, калибровать. Дальше система триерных блоков. Короткая, длинная. Дальше система триерных блоков, спаренные два. Поскольку... Здесь длинная, короткая. Эта машина калибровщик, на пшенице мы ее не используем, она предназначена для кукурузы подсолнечников. Фракции кукурузы крупная, мелкая, круглая, плоская. Она раскладывает на три фракции по этим бункерам, потом мы уже с каждой фракцией работаем отдельно пневмостол, фотосепаратор. То есть для, сначала мы разделяем ворох кукурузы и либо подсолнечника на калибры, потом с каждым калибром мы начинаем работать. Это вот эта машина, калибровщик. Такой же калибровщик мы сейчас устанавливаем на втором заводе, когда мы поняли, что пропашно-технические культуры просто очень много желающих, мы решили модернизацию сделать, Николай Константинович профинансировал, и сегодня, вот сзади я вижу представители Петкус, обещают нам, что на следующей неделе у нас будет калибровщик. Вот. И машина будет установлена, и у нас оба завода смогут заниматься калибровкой подсолнечника и кукурузы. Пока у нас может делать только этот завод пропашно-технический. Тот только пшеницу, горох и лен. Здесь гравитационный пневмостол G40. Тут мы заканчиваем, так сказать, подготовку озимой пшеницы. Здесь мы выводим массу тысячи. Николай Константинович ставит задачу продавать семена не ниже 40 грамм, поэтому у нас на этом оборудовании мы выводим готовые семена 40+. Да, мы немножко теряем в объемах, но это кредо нашего собственника, и он готов на это идти, но чтобы наши клиенты были довольны. То есть 40+, хотя, насколько я знаю, Ирина Анатольевна, да, там 37,5 уже семена, да? У нас таких семян нет, мы просто от них, мы даже, есть год какой-то, мы 60% получали выход, щуплый был, да, но мы шли на это, но 40+. Вот это, конечно, изюминка, ну, одна из изюминок нашего завода, это фотоэлектронный сепаратор OS-901TI, вот здесь специально вывели программу подготовки кукурузы, здесь за счет фотокамер происходит считывание продукта, который подается.
через предварительный тест. Дальше агроном путем выбора ненужных семян нажимает, как в сотовом телефоне, удалить ненужные, задает программу, и машина начинает отбрасывать то, что задано в программе не нужно. Да, машина достаточно умная, дорогая. Используем ее только на кукурузе и подсолнечнике. Даже в этом сезоне мы кукурузу не используем. Ну, кукуруза была неплохая в части цветовой пораженности, а подсолнечник был тяжелый. Вот с подсолнечником работали долго. А здесь заканчивается линия подготовки семян чистых, не протравленных. Здесь мы отгружаем бэги. Здесь мы в бэге отгружаем пшеницу, кукурузу, горох, подсолнечник. Все то, что не требует протравки. Есть такие клиенты, которые говорят, подработайте нам и отдайте непротравленные. Мы их отгружаем отсюда. Здесь вы видите нашу кухню, так называемую. У нас система подачи порошковая и жидкостная. Мы имеем три линии подачи жидкости и одну линию подачи порошка на машину CM300, которая стоит наверху. Машина эта уникальна тем, что она сама делает все то, что задает ему программа. Она сама берет жидкость, она сама берет порошок, она сама дозирует, сама производит вброс, вращение в воздушной среде порции. Она у нас до 300 кг максимум, но мы обычно меньше, 250 работаем. И сама выдает уже на фасовку. Обратите внимание, сказал Николай Костинович, это мы в этом году смонтировали сушилку ленточную также с компанией Petkus на газе. При протравочных объемах больше 20 литров на тонну необходимо подсушивать. Мы теперь это будем делать. Мы уже оплатили испанскую Piper и немецкий Kuka робот для установки. Она уже будет у нас в конце сезона, мы ее смонтируем. Мы будем фасовать любой мешок любого размера через автоматического робота Kuka. Ну, если представляете, Терминатор, да, фильм видели когда-то, вот теперь он до нас дошел. Это будет уже в следующем, как бы к концу этого года, в начале следующего сезона. Сушилка у нас смонтирована, значит, линия фасовки. Мы здесь отгружаем протравленный бигбэк. Можем, конечно, отгрузить и на улицу, но мы работали ей один год. Потом, вы все знаете, все сельхозники элиту запретили продавать насыпом. Соответственно, мы сейчас все наши объемы продаем только фасованные в бэк.